Главный тренер хоккейного клуба «Кременчук» Александр Савицкий у нас на прямом включении. Собственно, ваша оценка сегодняшнему матчу казалось, что действительно можно разделить на две части. Первые два периода не очень удачные, в третьем команда заиграла в новых красках. Оценку кому? Вашей игре сегодня. Нашей команды оценку? За первые два периода поставлю 3 по 5-бальной. Хотя, как бы, вроде и много пропустили, но опять же, в силу, наверное, молодости и желания допускали ошибки, которые нельзя делать. Ну, а третий период, наверное, все-таки мы сделали 4 тройки нападения. И, ну, ребят, которым мы меньше, скажем так, даем времени, они, в общем-то, показали, что они тоже могут играть и в финале, поэтому... Я думаю, ну, 4 есть у нас твердая. Интересно узнать, что сегодня было в раздевалке, потому что мы видели, что у ребят был какой-то конфликт после первого периода. И как внутри команды, в раздевалке, какая атмосфера, что там было? Ну, мы сделали пару спаррингов там, не буду говорить фамилии, ну и все, больше ничего не было. Как вы в целом оцените эти две игры и то, что серия сейчас переезжает к вам на домашнюю площадку? Будет ли там легче? Успеет ли команда восстановиться и перенастроиться? Ну, предыдущий вопрос я пошутил, вы же понимаете, да? Ничего мы менять не будем. У нас идет обычная, как бы, плей-оффовская, мы уже привыкли играть, плей-оффовская подготовка. Ну, приедем сейчас... Передохнем, приедем домой и начнем, как бы, тренироваться, готовиться. Все как обычно, ничего не меняем. Спасибо вам, удачи.